У меня недавно открылся дар предвидения. В голове открылся и не закрывается. Я стал предвидеть будущее, ясно и всяко. Дар ко мне пришел навсегда и безвозвратно. В четверг. Есть у нас такой день недели. Чудо произошло с моим даром. Ели мы во дворе закуску впятером. Пирожки. Начинка и яйцо с повидлом. Так вот четверо отравились, а я нет. И я предвидел, что не отравлюсь. Пирожок-то мне не дали тогда. Еще чудо было с даром моим. Как-то помню звонок в дверь. Я посмотрел в глазок. Глазом. Смотрю, никого нет. Пусто. Одни цыгане. Дар говорит, не открывай, не надо. Но мне же неудобно. Я открыл. Цыгане зашли ко мне в прихожую, попросили у меня воды, чтобы ее попить. Все 16 человек. Я пришел на кухню, нашел 16 стаканов, поставил на поднос, налил воды из-под крана, без газа, как просили. И иду поить цыган. Иду и слышу в своих ушах странное эхо от своих шагов. Как в пустом спортзале. Я не могу сказать, что в квартире было абсолютно пусто. Остался стойкий запах цыганских духов. Все. Смотрю, жена моя стоит. Тихо зашла, без стука. Дверь они тоже унесли. И тут же дар. Дает мне короткий и очень полезный совет. Беги. Но было поздно. Неделю я еще прожил с женой, прикованной к батарее. Ну, особо не издевалась, наоборот, кормила 12 раз в день и только витамины. Лук, чеснок, лук, чеснок, лук, чеснок. После этого мне еще 2 месяца уступали место в трамвае, даже когда я шел пешком. Я вам скажу, простые смертные к нам гениям жестоки. Вот как-то гулял я с собачкой в сквере. И собачка моя сделала свое собачье дело прямо на джип «Хаммер» после тюнинга. Да так она его обмыла, будто специально терпела. А хозяин джипа сидел внутри, обнимал там что-то типа девушки. Смотрю, выходит хозяин из джипа с лопатой от «Хаммера». Идет ко мне и явно ничего копать не собирается. И предвижу я, что сейчас наступит ночь, и я крепко усну. И сбылось. Утром проснулся. Дворник разбудил метлой по морде. Пришел я домой, раздел свое туловище, стал перед зеркалом и увидел на своем животе рисунок явно космического происхождения. Чем-то напоминающий отпечаток колеса от «Хаммера». Не любят нас люди, я не понимаю почему. Вот как-то шел я по улице, смотрю, открытый люк. Идет ремонт. И я туда плюнул. От всей души. И тут же сообразил, зря я так долго стою над тем местом, куда плюнул. И тут же дар. Дает мне информацию, что сейчас у меня состоится новая встреча с интересными людьми. Тут и копчик зачесался. Из люка, как из танка, вылезли 3 мужчин с загадочными лицами.
догнали меня. Каждый. И устроили мне экскурсию по канализации. Вертикальную. Один кидал, другой багром доставал обратно. И так 16 раз подряд. После этого желание плевать в колодцы от меня ушло безвозвратно. Последнее время я стал добрые дела делать для людей. Вчера, например, залил каток возле подъезда. Начиная со ступенек. Ну, люди пойдут на работу, а там новогодний сюрприз. Завтра пойду посмотрю, как они там веселятся, кувыркаются. Дар подсказывает, что они мне очень благодарны будут. А мой дар меня еще никогда не подводил.